17 мая 2018 год. Харьков, день вышиванки. С 2006 года каждый четверг. 3 мая назначен как день вышиванки. Замечательная девушка из Черниговского университета, Леся Воронюк. Здорово. Я так понял, ты ходишь, снимаешь такие. Я только со смены. Знакомый что-то, да? Да, ты мне в кадр попал. Сейчас, ты здесь будешь? Да. Я сейчас пройдусь по площади. А, я понял. Ну не текай, ну наберу, если что. Так, что я говорил-то? Ух ты, это что, чайка у нас, что ли? Чайка, сейчас тут море будет, судя по тучкам, действительно, ладно. Да, с 2006 года день вышиванки, 3 четверг мая. Превратилось это уже в международный праздник, если не общемировой. Да, учитывая Канаду, там можно сказать, что и общемировой. То есть в этот день надеваем вышиванки на работу. Господи, ты посмотри, сколько народу. Я как бы не первый раз на дне вышиванки, но такого количества людей я не видал. Учитывая, что день-то будничный, я лично только со смены, то есть буквально 20 минут. Да, и сейчас 4 часа. Начнется вышиванкова хода в сторону памятника Шевченко. А в 19 часов еще с площади Свободы будет еще одна вышиванкова хода, вышиванковый парад, вернее, парад вышиванок. Даже не знаю, в чем разница, есть ли она и насколько она принципиальна. Да, да, прекрасно. У меня вышиванки еще нет, а у МОА уже есть. У меня, правда, есть ручник 150-летней давности, вышитый прапрабабушкой. Но приходить на площадь в ручнике я посчитал неприемлемым. Особенно после работы, не скупавшись. Да, но судя по туче, скупаться еще предстоит. Так. Да, боже, как красиво. Елки-моталки. -24 градуса. Так, ох, мне эти погоды, 20 числа, через 2 дня, велодень в Харькове, хоть бы на него эти ливни не пришлись. Ну ладно, еще поснимаем. Все только начинается, все только собирается. Да, безумно красивые наряды. Не знаю даже, с чем это можно и сравнить. Ладно, пойдем мы к сослуживцам.
17 мая 2018 год, Харьков. 15:51 по Киеву. Скоро все начнется. Еще пока неизвестно что, но что-то начнется.